Андрей Сергеевич, вы побывали на тренировках всех команд, которые сейчас работают в Турции. Две команды ИФЛ, молодежка, Зенит-2. Насколько вы, как вы оцените работу, которую здесь делают ребята? Все проходит в обычном нормальном режиме для сборов. Мне кажется, для ребят тренировки интересные. В целом, мне кажется, ну, они довольны, и мы рады, что мы смогли выехать на сбор в Турцию и готовиться к чемпионату. Вы сами успели несколько раз потренироваться с ребятами. Это что, может, где-то соскучились по игре или желание показать на своем примере ребятам, дать какой-то мастер-класс небольшой? Как я уже где-то говорил, мне просто проще оценить футболистов, когда я с ними тренируюсь. И планировалась одна неделя потренироваться с дублем, вторая с «Зенитом-2». К сожалению, мои физические кондиции в этом году почему-то ухудшились и не позволили мне потренироваться с «Зенитом-2». К сожалению, ну просто я говорю, что оценивать мне проще, когда я с ними тренируюсь на поле. Два игрока из ЕФЛ сейчас вот работают с «Зенитом-2» в этой игре. Понятно, что вынуждены где-то из-за того, что чуть меньше игроков работают в общей группе. Насколько для них это серьезный опыт и как вот со стороны кажется, насколько они нервничают, оказавшись в этой команде? Ну, «Зенит-2» оказался в тяжелой ситуации, потому что забрали игроков в основную команду. Некоторые заболели, кто-то не смог приехать даже на сбор из-за теста. Нужно было сегодня играть, взяли двух футболистов. Это Артема Касимова и Руслана Хайлова. Ну, в принципе, я их знаю, поэтому я в них уверен. Я не вижу какой-то паники в их действиях. Они нормально играют. Руслан вообще играет правозащитника. На той позиции, может быть, он вообще первый раз сыграл. Играет сегодня. Но ничего страшного. Ну, все нормально. Они молодцы. Много ребят, вы сами сказали, и из молодежки, и из «Зенита-2» отправились в Сосновый, отработали целый сбор. Насколько где-то, может быть, успели уже обсудить их работу с тренерским штабом? Как лично вы оцените то, что ребята показали на сборе? Я ни с кем не обсуждал. И, наверное, если мы будем обсуждать, то позже. В целом, те ребята, которые поехали, они заслужили этого. И то, что они там не испортят погоду, у меня сомнений в этом нет.